15 дней до начала чемпионата России по вольной борьбе в Сочи. Сборная Дагестана приступила к финальному этапу подготовки. Сбор проходит в пригороде Махачкалы на базе Центра спортивной подготовки сборных команд. На тренировке борцов побывал Курбан Рагимов. Ему слово. На шести коврах работают 136 вольников. Это своего рода рекорд. В заявку сборной Дагестана попадут более 80 человек. Это заключительный сбор нашей команды. Подготовка интенсивная. Две недели борцы проведут в режиме двухразовых тренировок. Чемпионат Дагестана, затем СКФО и теперь России. Все эти борцы прошли через плотное сито отбора, которое, как всегда, показало, у нас даже внутри команды самая острая конкуренция. Отсюда и схватки более чем захватывающие. Атака за атакой, борьба идет за каждый балл. Это тренировочные схватки, но выкладываются здесь, как на соревнованиях. Когда вот такая конкуренция бывает, наоборот, мотивирует, чтобы бороться, выигрывать, тренироваться. У нас всегда были братские отношения, хотя на ковре приходится бороться, рубиться. И как-то что-то иногда бывает и непонятки, но за ковром всегда даем салам и дружим дальше. К главному старту сезона наша сборная подойдет без четырех своих лидеров. Угуев, Чакаев, Куруглиев и Садулаев уже в Сочи, но там они готовятся к европейским играм. Несмотря на отсутствие первых номеров, в тренерском штабе команды, как всегда, полны оптимизма. В прошлом году из Одинцова дагестанцы привезли 7 золотых наград из 10 возможных. Планку удержать будет сложно, конечно, но и тем не менее у нас есть ребята, которые могут не хуже выступить. Все вот вторые, третьи номера, молодежь, они здесь все находятся, я думаю, у них есть хороший шанс проявить себя. Первый этап подготовки пришелся на конец месяца Рамадан. Тогда большинство вольников тренировались и постились, что не могло не сыграть свою роль. До старта соревнований остается 15 дней, однако действующий чемпион мира в весе до 70 килограммов Магомед Расул Газимагомедов пока не решил, в какой категории он выйдет на ковер в Сочи. У каждого человека здесь можно сказать, есть мечта, есть цель. Это попасть на Олимпийские игры. А в этом году уже буду рассматривать на олимпийские веса. Поэтому хочется себя показать на олимпийском весе, на 74 килограмма. Поэтому душой я хочу бороться на 74. Хоть у меня маленький вес, я не знаю, вот хочется, что... Ну, такое ощущение, что я могу выиграть там на 74 тоже. Основные физические нагрузки у борцов уже позади. В оставшееся время они больше будут работать на ковре. Здесь задача подойти к старту в наилучшей форме. Чемпионат России пройдет с 4 по 8 июля. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.